Это угон, девочки. Сгибается. А при тепле разгибается. Ага. А вот что значит память металла? Так. Так. А это сюда. Мне с тобой делать, а? Так всю жизнь проспать можно. Сейчас. Ты легче воздуха. Ты легче воздуха. Ты легче воздуха. Опа. Сейчас я тебя разбужу. А теперь, как обычно, лечебно-оздоровительно-психотерапевтическая пауза. Расслабьтесь. Несколько минут суггестивного молчания помогут вам зарядиться энергией на весь день. У микрофона доктор Чумаковский. Доктор, вы готовы? Я готов. Начинаю молчать. Операция начнется через 7 минут и 1 секунду. Но завтра. Привет, Петрович. А до тех пор водку не пить. Есть. На сквозняках не стоять.
Есть. 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 Девочек не приводить. Есть. Есть. Но, шеф, это же невозможно. Это приказ. Тогда завтра я за себя не отвечаю, шеф. А я за нарушение приказа и опоздание вынужден буду от операции тебя отстранить. Есть, шеф. Итак, операция начнется через 6 минут 3 секунды. Ровно. Есть. 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 Завтра. На завтра дают летную погоду. Направление угона и место посадки указаны в пакетах. Готовность. Нормально. Помещи какие-то. Гена, пригнись! Антенну загораживаешь. Я нулевой, я нулевой. Подтвердите готовность. Первый готов. Хорошо. Второй готов. Хорошо. Третий готов. Хорошо. Четвертый готов. Хорошо. Пятый. Пятый, почему не докладываете о готовности? Девочка. Уволю. Почему не докладываете о готовности? Рация барахлит. Я готов, готов. Чтоб тебя черт побрал. Спасибо, шеф. Операцию разрешаю. Команду подаю по мере объявления рейсов. Понял. 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 У четвертой стойки начинается регистрация билетов и посадка на рейс 1706 Одесса-Минск. Первый пошел. Первый пошел. Что это? Фу. Гена, нас глушат. Переходим на ручную сигнализацию. Ссылка где-то рядом. Пробегусь, поищу. Внимание! У седьмой стойки отделение регистрации билетов и посадка на рейс 7658 Одесса Краснодар. Повторяю. У седьмой стойки отделение регистрации билетов и посадка на рейс 7658 Одесса Краснодар. Помехи нет, антенны. Тут один броется. Не броится, а бреется. Думай, о чем говоришь. Ай, черт! Никакой помощи! Могу гранату бросить? Внимание!
теперь сразу сигналь второму, третьему, четвертому и пятому. А вот четвертому и пятому красный. У меня нос совсем красный, сморкаться почти нечем. Ничего, ничего, немного осталось. Ага, мой любимый цвет. Ну, будь. Изобрел кое-что. 7 лет с ним в Москву ездил. Ну, а теперь вот в Хабаровск пригласили. Да? Да. Покажи, как работает. А это нельзя. Это же надо в станок вставлять. Шифр набирать. А шифр — секрет фирмы. Вот так. Ну, ладно. Ставь сумку и проходи через детектор. Что там такое? А ну, откройте сумку. Сувенир, чертик. Смешно? Смешно, не смешно, а сам звенишь в детекторе? Что в карман? Так это у меня зубы. Недавно коронки поставил. Да ладно, кому ты сказки рассказываешь? Да ей-богу, зубы. Так, выкладывай все из карманов. Быстро. Да честное слово, зубы. Выкладывай все из карманов. Так, в детектор. Ну? Сними рубашку и ремень. Ну, товарищ лейтенант. Быстро. Да у него штаны в заклепках, господи. Так, снимай брюки. Товарищ лейтенант, я придам, а стесняюсь. Быстро снимай брюки. Быстро. Ну? Повернись. Ты мне брось! Да в жизни у меня никто с зубами не звенел! Значит, металлический протез в трусах! Перестаньте! Перестаньте! Ладно, проходи. Забирай свои. Благодарю. Еще раз сигналь пятому.
Внимание, товарищи, просьба всем встать по правую сторону от входа. По правую встать. Здравствуйте. Привет, как? Молодой человек, пройдите, пожалуйста, через детектор. Пропустили многих? А, собственно... Верните всех из накопителя. Хотя нет, я сам. Хорошо. Маша, прекрати пока пропускать! Ну, еще пару литров на грудь. Нет, ты сыграешь. Ага. Внимание. Что? Ребята, пушки наготове и смотрите на этого гаврика. Товарищ полковник нам за него голову поснимает. Кстати, на паспорте он может быть с бородой. Тут один с зубами прошел, с железными пломбами. Нет. У того, кто нас интересует, может звенеть левый локтевой сустав. Ясно? Ясно. Пошли. Маша, давай запускай! Остановитесь! Почему не брит? А что? Вы очень затруднили работу Интерпола. Идите. Пропускай. Проходите. Пропускай. Простите, товарищи. Капитан. Товарищ капитан, а тот, кого ищете, может быть с оружием? Вполне возможно. И вот что. Попрошу постоять со мной у трапа. Хорошо? Конечно, конечно, товарищ капитан. Спасибо. Володя, Радченко, встань вместо меня. Да, и вот что еще. Когда будете стоять у трапа, кобура пусть будет расстегнута. Есть. Товарищу полковнику, сами позвоните. Есть. Телефон знаете? Так точно, товарищ капитан. От лица командования выношу вам благодарность. Рад стараться, товарищ капитан. Можете быть свободны. Есть. А у вас какое место? Спецместо в первом салоне. Пожалуйста. Товарищ полковник! Докладывает лейтенант Березов, второй наряд. Операция идет по плану. Товарищ капитан вылетел вовремя. Борт номер... Что? Ну, капитан, который с фотографией. По вашему приказу. Интерпол! Что? Борт 86-58, Одесса, Санкт-Петербург. Я борт 86-58, Одесса, Санкт-Петербург. На борту угонщик. Требует изменения курса. Опять. На связи руководитель полетов. Если можете, докладывайте все детали. Чем угрожает? Телевизором. Ну, погоди. Дача специально для нашего борта. Так уже 12. Вот он и говорит. Посмотрите. И вы поймете, что сопротивление бессмысленно.
выполнить указания нашего человека в салоне. Иначе с заложником придется обойтись круто. Стоп! Сыграно блестяще! Ну, молодец, просто великолепно. И мы еще две бутылочки на грудь, если не то сыграет. Ну, как дела? Нормально, в общем-то. Так тяжеловато сегодня. А теперь закрывайте уши. Ругаться буду. Экипаж, выполняйте его требования, куда он там хочет. Молодец первый. Что? И этот? Водяные пистолеты? Ну так что вы, дети там что ли? Чем заряжены? Юноша, а без вашей команды пистолеты случайно не упищиваются? Прекратите смех! Всем сидеть на местах! Глаза закрыть! Стреляю кислотой! Кто откроет глаза? Ослепнет! Я уже закрыл. Стюардессе, открыть дверь и взять с полу записку для экипажа. Быстрее! Кислотой, говоришь? А что ему? Немедленно принимайте его условия. Молодец. Уважаемые пассажиры, от имени Аэрофлота приветствую вас на борту воздушного лайнера, выполняющего рейс по маршруту Одесса-Хабаровск. Командир корабля, пилот первого класса Петр Васильевич Руденко. Старшая бортпроводница Галина Бабенко. Сейчас вам будут предложены прохладительные напитки. Благодарю за внимание. Галя? Очень приятно. А меня можно называть Иваном Драговым. Очень приятно. Вы что, из фильма «Рокки»? Однофамильцы, с похожей судьбой. А угощение? Прошу. За знакомство пьют не это. И не здесь. Пристегнитесь, пожалуйста. Пробовал. Не получается. Не получается. Не слишком ли рано? Ну везет же тебе, Галка. Как лучший мужик, так тебе. И ты сразу старшая бортпроводница. Завидуешь? Ты же знаешь, меня мужчины не интересуют. Ну что, познакомились уже? Ой, что-то нет. Ты знаешь, он весь такой из тебя, такой при исполнении. В каком смысле? Ну, не знаю, там ОМОН, там или спецназ. Короче, он нас с тобой охраняет. А-а-а. Я когда его пристегивала, у него в одном месте железка какая-то. Да, пистолет, наверное. Ты что, серьезно? Я абсолютно. АО, ты знаешь, он все время шутит. Интересный такой.
Я раньше думала, что на секретную работу берут только серьезных, а он... Внимание! Прослушайте дополнительную информацию. Наш самолет находится на высоте 9500 метров. Температура за бортом минус 52. Благодарю за внимание. А ты не съешь. Тихо. Все идет по плану. Ну и ладно. Ну и пусть. Ха, не верят в технический прогресс. Ну и не надо. Галочка. Ой. Приятного аппетита. Ой. Здравствуйте. Галя. Да. У меня к вам просьба. Пожалуйста. Вот пакет. Передайте его пилоту. Тут адрес, куда лететь. Это как понимать? Здравствуйте. Это угон, девочки. Шутник, да? Наконец-то, ну и слава богу, а то столько лет летаю и ни разу за границей не была, жизни не видела. Увидишь? Давай, 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 иди к пилотам, быстро. Ну? Третий угонщик, и все один и тот же адрес. Какой-то массовый психоз. И куда же они их угоняют? В Чижапку, Владимир Васильевич. Это где-то за Уралом. Знаю, знаю. КЦП-4. Пусть летят. Это невозможно, Владимир Васильевич. Это крайне опасно. Вооружен, говоришь? Вдвойне опасен. Ну что, полетели на Чижапку? На Чижапку? Но ведь это запретная зона. Собьют нас без разговоров. Сознательно дело разваливаете. Хотите нас скомпрометировать? Да как же я... А вот так. Небось, пока из партии не вышел, умел порядок держать. Десант на боевые объекты? Не беспокойтесь, ПВО не спит. Вот дам разок, чем полагается, по соплам. Как по соплам? Там же пассажир. Ничего не знаю. Ну вот и сверитесь с кем следует, чтобы их ПВО пропустил. ПВО – это я. И я поставлен здесь не за тем, чтобы ослаблять оборонную мощь страны. Бункер! Там разберемся. Конечно, я могу дать директиву на зону ПВО. Но пока директива... Галя, а ну-ка готовь к действию весь свой арсенал. Объясни ему по-человечески, а? Как? Обожаю настоящих мужчин.
Мы меняем курс, как вы приказали, только я не понимаю, зачем. Галя, выдавай. Сама судьба свела нас в этом самолете. Пора переходить на ты. Угу. Ну, тогда предлагается выпить на брудершафт. На брудершафт? Да. Ух ты. Я сейчас. Угу. Ну, Алевтина, где твой коньяк? На день рождения берегла. Два? Да. Давай твой лошадиное снотворное. Простой. Туда? Да. Ой-ой-ой. Ап. Вообще-то я на работе не пью. Ну что вы, какая работа? Вы же свое дело уже сделали. А вы свое? Береженого, Галочка, Бог бережет. Прошу вас. Командном пункте. Товарищ генерал-полковник, в 11.07 объявлена готовность номер один. В воздухе обнаружены... Довольно, полковник. Угощай гостей, Катюша. Так ты говоришь, они подходят? Нет, вы мне скажите, за каким чертом они заставляют все экипажи лететь в один и тот же пункт назначения? Ну, я понимаю, Хельсинки, Анкара, Таити, наконец. Но чтобы вот так... А вот теперь и будем разбираться. Товарищи, прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Здесь профессиональная армия. Майор, цель не здесь. Вот цель. Так точно, товарищ генерал? Товарищ генерал-полковник, шайтан на линии. Шайтан, как там у тебя с твоим воздухом? Приближаются? Ну вот что, готовься воевать. Как только подойдут к синему рубежу, даешь сигнал от грома и доложишь сюда. Понял? Алло, шайтан, у тебя сколько звездочек на погонах? Четыре. Будет одна. А это уже от тебя зависит, большая или маленькая. Воюй! Вы, товарищ генерал, полегче. Как это? Воюй. А вот так. Вы что, не понимаете, что ваши угоны похожи на налет? Не надо. Вас послушать, так кругом одни враги зубами щелкают. А тут, понимаешь, пассажиры летят. А это уже моя епархия. А я вот дам ракетами каждому по соплам.
и посмотрим, какие пассажиры оттуда высыпятся. Товарищ генерал-полковник, вас к телефону. Шайтан, что перешли рубеж? Шайтану, Енисею и Десне готовность номер один. Степаныч, спокойно. Что ж, придется светиться. Заказчик вызывает шефа. Заказчик вызывает шефа. Заказчик вызывает шефа. Еще один броется. А черт. Держи, конспиратор. Заказчик вызывает шефа. Внимание, заказчик вызывает шефа. Заказчик вызывает шефа. Шеф вызывают. Товарищ генерал. Угоняют и угоняют, и все отсюда. Ну, ясно, границ много, и все рядом. Мы же с ног сбились. Где проколы? Где дырки? Черт ее знает. Я вот уже начальнику аэропорта устал шею намыливать. Вот и собрали команду энергичных, изобретательных людей. Операция разработана, согласована. Да. Ожидает, что ущерб от нее и затраты окупится в дальнейшем полным исключением угона воздушных судов. Позвольте, что же это получается? Это же форменная провокация. Вы сами заварили кашу, а меня мало до инфаркта не довели. Перестань. Операция идет отлично, без поддавков.
Ноги уже доложили, так что операция идет нормально. Остается... Кто? Один. Иван Драков. Летим. Сейчас. Всем сидеть смирно! Что за черт? Этот вообще вроде не с нами. Молчать! Или стреляю! Слушай все сюда! С этой минуты самолет находится в моем распоряжении! Господи, опять, что же вас так много? Ну, женщина! Пойдешь к своим лоцманам и скажешь, что поворачивали и рулили на Свердловск. Или как он переназывается. Там садимся, заправляемся. А кого забрать и куда дальше лететь, скажу потом. Товарищ террорист, в Англию давай! У вас, макота! Гражданин бандит! Гражданин бандит, слушайте сюда! В Тель-Авив, а? У меня там у брата свадьба! Я прошу вас, Виктор, don't preach! I very want! Греция! Турция! Суточные валюты будут давать! Высунулись все! Кто прячет голову, простреливаю кресло! Все смотрят на меня! Внимание! Говорит командир воздушного лайнера Руденко. Земляк, бросай оружие и садись на место! Пока еще не наделал трупов. Молчать! Пока у тебя еще все в порядке. Если через 10 секунд не будет поворота, стреляй в первого попавшегося! Ой, мама. Ой. Даю еще 3 секунды! Галя, проснись! Кто же это у нас так? Проснись, развяжи меня! Галя, развяжи меня! Галочка, милая, солнышко сладкое, развяжи меня, пожалуйста! Галя! Эй! Галочка, развяжи меня, Галя! Пожалуйста, развяжи меня, Галя, пожалуйста. Рейс 7912 Одесса-Хабаровск изменил курс. Молодец. Наш сотрудник выполнил свою задачу. Уточните курс. Движется по направлению к Свердловску. Что? Какой Свердловск? Туда, куда надо. Куда направлялись все, в конце концов? Угонщик произвел очередь из автоматического оружия. Очередь? На призыв пилотов сдаться отреагировал агрессивно. Трупов пока нет. Им запрещено стрелять. И что значит агрессивно? Это у них называется «все в порядке».
Успокойся, Джигит! На тебя женщины смотрят! Меня свяжут по прямой с бортом. И пусть командир корабля объявит по громкой, что шеф, то есть я, приказал дальнейшие действия прекратить, сдать оружие и документы. Короче, операция отбой. Шуруй открытым текстом. Слушай, земляк, шеф приказал оружие и документы сдать. Короче, операции отбой. Шеф, вы здесь? А по радио говорит, что вы там. И потом, почему конец операции? Вы что, не собираетесь убираться из этой страны? И как же мой гонорар? Я уже засветился. Идиот, кретин. Какого черта ты называешь здесь меня шефом? Речь совсем о другом шефе. Ладно, о другом. Знаю эти штучки. Все думают, что Гиббону можно морочить голову. А Гиббон не такой дурак, как вы думаете. Вот если вы все время отзываетесь на шефа, то что теперь? Ах, знал же ведь я, что ты в академиях ты не обучался. Ладно, все путем. Летим дальше, Гиббон. Вывезешь, получишь свои бабки. Не тянешь ты на свою кликуху-то, Гиббоша, интеллектом-то. Придется переименовать тебя в пингвина. Так что ему ответить насчет сдачи оружия и прочего? Отказался. Большой вам всем привет, товарищ. Откройте дверь! Откройте немедленно дверь! Галя, Галя, развяжи меня. У меня же спецзадание. Даже Драгов. А? Эх, если бы не пассажиры, так дал бы я им по сопло. А вы моего имущества не трогайте, товарищ генерал. Дать по сопло. Ах, как просто. А вы мне новый самолет дать можете? Иди сюда. Не надо. Надо? Ну давай, давай, иди. Стоять. Вставай на карачки. Что?
Глядите, Мельни, что вы себе позволяете? Ой! Что? На карачки? Не надо. Да как это можно вообще? Надо. Не надо. Надо? Ну давай, давай. Не надо, ну... Ты... Сейчас он ее... Мама, что там делается? О! Был бы здесь мой муж. Ну вот. А то муж, да муж. Помогите. Да я здесь мужчина, в конце концов. Мужики, да куда же вы смотрите? Ты будешь следующая скамейка. А? Товарищ милиционер, помогите. Долго еще будут над нами издеваться. О! Да тут легавые завелись. А я чувствую, псарней пахнет. Да нет, не псарней. А обезьянником, гиппон. Я тебе сейчас... А? Ага. А? А? Всем сидеть! Успокоились! Все успокоились! Поднять винта и пристегнуть к креслу. Туго затянуть? Ну. Не пойду я больше туда. Надо, Али. Ой. Мы на службе. Ой. А теперь все пристегнулись. Веселей! Веселей! Вот так. Эй, Гипоша. Проснулся? Пассажиры все пристегнуты. Может, попробуем ваш вариант? Пристегивайся. Проснулась. Развяжи меня быстро. Зачем? Ты бандит. Я не бандит. Запроси землю, свяжись с замминистра, он подтвердит, я хороший. Я тебя очень люблю. Честно. Держи. Ну что? Еще желающие пошалить будут? Смотрите, уроды! Начнутся фокусы. Посадка не там, где просил. Нажимай на кнопку. Бомба! В хвосте! И вы все покойнички. Ты в самом деле не нажми. Мы так не договаривались. Да? А мы насчет легавых тоже не договаривались. Мне терять нечего. Ладно. Все идет по плану. Доставишь куда надо, гонорар удваивается. Неа. Удваивается, черт с тобой. Мама! Держись, Галя! Мама! Боже мой, чего же вы так испугались? Да мы перевернулись. Видите, угонщики на потолке лежат. Ничего не понимаю. Да вот на потолке же неудобно. Сразу видно, милиционер непутевый какой-то. Понял. А эти, значит, без сознания. Товарищи пилоты! Угонщики без сознания! Обезвредьте их! Свяжите! И можно ложиться на нужный курс! Лоцман! Курс прежний! Товарищи пилоты! Вы меня слышите? Товарищи пилоты! Еще раз мекнешь, пристрелю. Товарищи пилоты, скорее! Скорее, не снова без сознания!
сознание, товарищи пилоты! Я же говорил, не квакать! Ну так вызывайте! Вызывайте же, черт его возьми! Слушаю вас! Одесса, Хабаровск, слушаю вас! Что там? Что там? Там какой-то милиционер. Это Гургурыч. Был застрелен в упор. Из своего собственного пистолета. Что тут у вас происходит? Алевтина. Доброе утро. Могла бы еще поспать. В салон пока не ходи. Нас все еще угоняют. Я знаю, что делать. Обычно лечебно-оздоровительная психотерапевтическая пауза. Расслабьтесь. Несколько минут суггестивного молчания помогут вам зарядиться энергией на весь день. У микрофона доктор Чумаковский. Доктор, вы готовы? Я готов. Начинаю молчать. Сейчас мы их всех возьмем. Тихо, тихо, не заводись. Тоже мне балдежник. Почему головой не качаете? А ты? А на меня не действует. А на меня тоже. Мазила несчастный. А милиционер, кто же мой? Вот дает. Я Мазила? Ну не я же, ты Мазила. Я Мазила? Мазила. А спорим, что здесь сейчас? Насквозь прострелю. Меня? Глупо. Почему? Да за меня же сразу вышка. А вот спорить давай. Ставлю свой башмак, промажешь. Я промажу. Из своего. За 10 шагов. За 10 шагов промажу? Промажешь. А ну, отстегни его. И в проход. Шаг, марш. А теперь снимай башмак. И ставь себе на голову. Ну, давай, давай. Не ввязывайся, кретин. Смотрите все! Только не в голову!
а то сразу вышку схлопочешь. Черт, не вехай под руку. А это я пугаю. Хотел посмотреть, легавый, как ты со страху штаны наложишь. Уже наложил. Только не в голову. Но не в голову, а то вышка. Опять под руку вяхаешь. Ну, легавый, держись. Ну что, легавый, наверное, уже заикой стал. Уже. А у тебя что, запасного магазина нет? Нет. Дурак. Гоняют нас или нет, а? Эти там в салоне тоже ваши? Ну, один наш, другой не наш. Да вы что, мужики, а? Они сейчас там друг друга перестреляют. Ну-ка, быстро развязывай! Дорогой, в моем пистолете все патроны холостые. Потому что с пульками они в зубы не помещались. А вот этот боевой, с пулькой. А у меня вот это есть. Нажму, и всем хана. Да нет, в хвостовом отсеке никакой бомбы. Есть. Нет. Есть. Нет. Есть. Дия! Ты что, дурак? Я дурак. А кто же? Ну я тебе сейчас. Ах ты! Ты что, как? Спокойно. Садись. Ваши угонщики уже постепенно начинают садиться, товарищ Быков. Куда? Куда? Ну, не в тюрьму, конечно. А что это вы так беспокоитесь? Я получил сообщение, что два самолета сели на запасную полосу военного аэродрома в Чижапке. Третий на подходе. Мы их ведем. Фух, слава Богу. Все идет по нашему плану. Думаешь? Вот еще бы Иван Драгов. На, пойду! Еще! Держи, дядя. Куда понес? Дайте сейчас! Не трогайте, взорвемся! Oh!
же говорил вам, уроды! Была бомба! Человеку верить надо! Ой, как холодно! Очевидно, разгерметизация произошла. Ну, мусор поганый! Сидеть! Я тебя сейчас, как таракана, умою! Не нервничайте, гражданочка. Шевелится. Шевелится. Ну? Переднее шасси не выходит. Что за черт? Срывает хвост, а ломается спереди. Что делать, командир, будем? Может быть, стряхнемся? Хвост потеряем. Иначе на земле козла дадим. Галя! Галочка! Галочка! Галя! Успокойся. Успокойся, миленькая, а? Еще шасси не выходит. Какое шасси? Успокойся. Самое. Где оно? Тут! Да, еще один взрыв. Нет, это наша Сабир шасси ремонтирует. Ну-ка. Давай еще. Дырку пробью. Ничего, у нас самолеты крепкие. Давай. Рыбка наша. Ой, что? Ну надо же. Знакомишься с хорошей девушкой. На тебя! Давай быстрее!
ребята! Давай, 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 пошел! Я боюсь! Вот так! Тихо, 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 я сам! Спокойно, мальчики. Бешеный. Да чего там? Галя. Галя. Галочка! Галя! Куда? 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 Здесь ограждение. Над лесами, на юг, на запад, на восток, как корабли под парусами, чей мир широк, чей путь далек. Бесшумно птицы пролетают, поодиночке или все, они следов не оставляют на пограничной полосе.
в небесах, где нет границ, где только ветер миром правит. Дано единственное право жить, не оглядываясь вниз. Вот пролил час в дорогу, друг, на все махни крылом свободы, и в облаках перед народом, как птица, соверши свой круг, как птица, соверши свой круг. Мы молча снизу наблюдаем весь этот птичий пилотаж. А по ночам во сне летаем, какой вираж, какой мираж. Невидимые миру слезы не успевают высыхать. Но каково рожденным ползать, на это птицам наплевать. Там, в небесах, где нет границ, где только ветер миром правит, дано единственное право жить, не оглядываясь вниз. Вот пролил час в дорогу, друг, на все махни крылом свободы, и в облаках перед народом, как птица, соверши свой круг, как птица, соверши.